Всем привет, меня зовут Саша, и сегодня будем делать вот такой вот сумбокс и разницу в свете вы только что видели. Для начала берем картон 15, 25 и 30 сантиметров. Теперь берем вторую часть размером 25 высотой, тут 30, а внизу 10. И также две детали 25 на 25, 2 сантиметра и 6 сантиметров. И 5 сантиметров вот эти вот части. Также сделайте там сразу же дырочки. И еще одну детальку размером 15 на 8 и на 5 сантиметров. Теперь мы это все соединяем вот таким вот образом. И красим краской. Этого можно хоть и не делать, но мне кажется, так красивее. Я еще обклеила декоративным скотчем. Теперь берем 4 вот таких вот детальки. Их размеры это 15, 25 и 30 сантиметров. И теперь нам нужно обклеить каждую из них фольгой с одной стороны. Они как бы будут отсвечивать у нас свет. И теперь склеиваем их вот таким вот образом, как сумбокс. Дальше делаем две детальки. 4 сантиметра, 30 сантиметров и между дырочками по 6 сантиметров. Я прокрасила нашу коробочку и приклеила на расстоянии 7 сантиметров посередине друг от друга эти наши полосочки. В них тоже сделайте дырочки, очень хорошо. Теперь на такой вот квадратик я приклеила фольгу и также приклеила держатель для лампочки. Вот так вот это все выглядит. Приклеила его на заднюю часть своего бокса и теперь нам нужно все только соединить. Это делается с помощью карандаша и поставляется вот такая картоночка. Также можно, если свет сильно яркий, приклеить ткань, либо специальную бумагу для сотбокса, как вы в настоящих сотбоксах, и вот разница со светом.